Всем привет! Небольшое дополнение к обзору вот этого ножа Cold Steel Fumats. Видите, тут подстерлась цифра, наполовину подстерлась буква. Вообще думал, снимать не снимать это видео, но возможно кто-то захочет приобрести, и в принципе для него это будет чем-то существенным. Вот, посмотрите, буква C в надписи Cold Steel почти стерлась. Получается Old Steel, старая сталь. Была холодная сталь, стала старая сталь. Ну вот так вот, давайте посмотрим на Voyager. В принципе, нож из той же категории, и стали у них одинаковые, и материал накладок одинаковый, то есть, ну, примерно одна и та же категория, ну, цена плюс-минус одинаковая. Тут надпись Voyager без проблем, надпись Cold Steel без проблем. При том, что вот этот тут Voyager у меня гораздо больше работал, причем в каких-то агрессивных средах, и продукты, и фрукты, и овощи, и тому подобное. В общем, да, ну, в принципе, вот вы видите результат. Ну, еще вот так вот покажу. Не знаю, с чем это связано. Пишите в комментариях, существенный это недостаток или нет. Я все-таки считаю, что для ножа за 9 с копейками тысяч, ну, это уже как-то не очень. Видите, компания Cold Steel идет по пути удешевления, кстати. Ну, Voyager, скорее всего, был выпущен в том году. То есть более ранний экземпляр, тут более поздний, так как это новинка. Ну и вот это вот экономия на надписи в ноже за 9000, я считаю, что это уже недостаток. Если тут я как бы решил, что на рабочие свойства не влияет, выцвело да выцвело, то видите, все продолжается, и сталь из холодной превратилась в старую. Old, старая. Старая переводится, короче. Вот. Ну и я считаю, что все-таки это уже минус. Если считаете так же, ставьте лайк. Если считаете, что это не важно, ставьте дизлайк. Ну так вот. Ладно, на этом всем удачи. Всем пока.